Сибиряк получил почти 1,5 миллиарда рублей на строительство еще 2 высоток в районе Набережной. Они должны появиться на землях бывшего завода комбайнов, большая часть которых сейчас находится под судебными тяжбами и запретом на строительство. Деньги в качестве проектного финансирования от банка «Дом.РФ» получил специализированный застройщик «Дубровинский». Эта компания входит в группу «Сибиряка». На эти средства планируется создание жилого комплекса «Дубенский», который будет состоять из 2 домов по 18 этажей на 319 квартир. Сдать их должны уже в конце следующего года. Сибиряки новостям «Прима» рассказали, что необходимые документы и разрешения у них есть. Сейчас компания ведет строительство 2 свечек по 25 этажей в этом районе. На прошлой неделе «Сибиряк» обратился в мэрию за разрешением еще уплотнить застройку вдоль Дубровинского в 1,5 раза и поставить еще один дом в этом месте. Теперь администрация города должна провести общественные слушания, где будет принято решение на этот счет. Напомню, год назад владелец «Сибиряка» Владимир Егоров заявил, что на месте производственных цехов появится 16 многоэтажек. Но земельными сделками заинтересовалась прокуратура, и пока идут разбирательства, стройка на некоторых участках запрещена.